Аюр 50 плюс. Абсолютно в современном стиле название. 50 лет и плюс старше, когда и у женщин, и у мужчин период питы заканчивается. Этот препарат мужской препарат. И его основное показание – здоровье простаты. Во всех аспектах проявления, начиная от гиперплазии, то есть увеличения простаты, и заканчивая более тяжкими расстройствами, такими как аденома простаты. Действительно, сюда входят травы, которые раньше в составах не встречал, которые обладают и противовоспалительным действием, и уменьшающим ткани влиянием, потому что когда мы говорим о мужской проблеме простатита, хотя ит окончание обозначает воспаление, но мы все знаем, что при этом заболевании простата увеличивается в размерах, сдавливая мочевой пузырь и нарушая мочеиспускание. Поэтому здесь есть и воспалительный компонент, то есть пита, и элемент изменения структуры простаты, то есть капха. Поэтому два таких основных направления в травах – это травы, балансирующие питу, воспаление в простате, и травы, уменьшающие структуру, убирающие отек простаты, соответственно, высвобождающие легкость выведения мочи из мочевого пузыря. Можно рекомендовать и как для профилактики мужчинам после 50 лет, и как элемент лечения, когда человек проходит, например, основное лечение у уролога, параллельно он может принимать этот препарат для того, чтобы и уменьшать побочные действия химических препаратов, и для того, чтобы также влиять на баланс предстательной железы.